Салют! На обзоре бренд Armani Privé или Privé, Privé, Privé. Это то, что у нас идет в их Privé. Вот. Нагрел так, что при минус 32 на улице все он это он все запотел там. Вот. Да, 32, у нас уже 32, не 40. Ну все же. И тут очень скользко, и кафель этот весь скользкий, блядь. Ой, от холода. Так. Что хотел сказать? О том, что это тестер. Это тестерный вариант. То, что он куплен в срок. В срок куплен и... Так, присяду, что ли, блядь, лишь бы не упасть, блядь. Вот. Он куплен в срок. И в срок. 20-й год выпуска, вроде бы, по бач-коду тра-ля-ля. 62Т202L. Так. Вот. Сейчас будут пиздеть о том, что они не идут в белых коробках, без надписи, всякая поебень. Вот это все идет. Вот этот, эти выпуски идут. Вот он... Вот такой, вот он. Оранжерия Венези. Венец, Венец. Оранжерия Венец. Венецианская оранжерия, что ли, что-то в этом роде. В общем, что-то связано с Венецией. Ах ты, ах ты. Использовал немного. На удивление, как бы распылительный, блядь, выдрачиваешь прям много-много, но как бы выходит и не так и очень. Летом. Так, что о чем я говорю там? Я обычно делал какие-то повествования. Вот, слушай, он что-то подтекает у меня. О, сейчас на помазюкаем-то. А, я слишком много это наделал, похоже. Да. Блядь, чуть не упал, на. Блядь, на ровном месте. Пытаюсь сесть на подоконник, но не получается нормально. Вот так, что ли. Так, что еще? То, что это тестеры, понятно. То, что его вроде бы сняли и... Хорошо, что сняли. Зачем такой нужен? То есть, зачем нужен повтор? И зачем такие деньги я заплатил вообще? По-моему, десятка штук. Десятка штук была за него заплачена. Десятка штук. В принципе, за что? Да, в принципе, за бренд. Это все за бренд. Я думал, что все-таки лучше будет. Ну, хотел бы... как его назвать-то? Insights Boazi. Boazi de Sans. De Sans. De Sans. Boazi de Sans. Вот это вот все. Лес ладаны, ладаны лес, он там с кислинкой такой вот, здорово. Здесь это цитрус. Так, начнем с того, что, как бы успеть бы пока, еще солнце не взошло, не отобразилось от отдельного здания стоящего. Так, что, что там, с чего я там начинаю? А, ну то, что шлейфовать. Ой, этого не ждите. Вот просто не ждите и все. Это вам не в эту очередь стоять, а шлейфить здесь думать и не надо. Ну, может быть, первые 10 минут, 15. Он будет сильно шлейфить. Потом все это усаживается очень близко. Вот прям очень близко. Даже не на расстояние вытянутой руки, если только не обольешься. Обливаться им тоже нехорошо. Итак, зимой. Нет, давайте. Летом. То, что я тестил и носил, летом отвратительно. Это просто отвратительно. Аромат напоминает запах тела. Ну, просто запах тела. Понятно? То есть, есть какая-то не кислинка, есть какая-то телесность в нем. Вот просто телесность. Это вот эти вот цитрусы, точнее, их альдегиды, а еще точнее, амбролюксы, амбросаксы и амбротрахальцы. Все они здесь присутствуют. Да, кто-то писал про амброксан, который там есть, да, и он кислит. Ну, не совсем так есть, как бы есть телесность аромата. Телесность, и она начинает немного подташнивать. Она неприятный подтон создает, вот это вот все. Там, по-моему, горький апельсин, или это кумкват, или померанец. Ой, нет, померанец нет, это же Нероли. Так, кумкват и... Блядь, забыл горький апельсин, но не кумкват. Кумкват более пряный. Он похож на 4711 лимон и имбирь. Ой, нет, нет, вру. Лайм и мускатный орех. Вот. Лайм и мускатный орех, вот он похож на него. То есть, зачем платить дороже, да? Ну, это хотя бы какая-нибудь альтернатива. Но это не тот цитрус, за которым нужно бегать и бежать.
шлифуясь, объяснил, как бы никакая, что зимой, что летом один хер, вот какие одним цветом, вот, выстрел, вот такой. Даже если польешься. Ну, это первый там 10-15 минут, все. Потом такие стойкость. Вот стойкость у него летом, как и зимой, ну, в принципе, зимой вот... Еще чувствуется 5 часов зимой, пусть будет 5 часов. Я так думаю, что если полиция им больше, то он будет звучать еще дольше. Ну, близко, очень близко. Вот прям вот как вот, вот фуфайка к телу. Что еще? Блядь, зеленая лада мне так нравится, это вообще. Вот зеленый цвет лады мне очень нравится. Вот прям они вот как прям невъебенно круто это сделали. Она выглядит необычно. Итак, ладно. Так вот, по стойкости летом это максимум 3 часа, если не 2. Полившись. И вот полившись, ты начинаешь чувствовать вот эту тягу цитруса пряного. И вот этот замес, какая-то там буча есть. Я не понимаю, что такое бучу. Какая-то зелено-мятный оттенок дает он обычно. И фруктовый тропический. Я чуть фруктового тропического ничего, зеленый точно может давать. Но в основном это имбирь. Чувствуется пряный имбирь. Именно пряный имбирь. Лимонный имбирь, лайм и мускатный орех. Это вот в принципе два замеса в одном, грубо говоря. Всего понемножку. Но там лимонный имбирь у 47.11 47.40. 40 эльф. Вот. И у них немножко там, ну, есть обзор, я думаю, увидеть его. Вот. Поэтому покупать никогда ни за что. Лучше разливухи купить. Вот реально лучше разливухи этого аромата. Честно. Не вижу ничего интересного в том, чтобы его бы можно было бы купить лишь только из-за того, что бренд убежал. Ну, сейчас декабрь 23-го, все убежало. И надо заканчивать. И в качестве как бы подарка, вот человек как бы сделал, говорит, у меня есть, вот как бы хочешь, хочешь, не хочешь, не хочешь. Все равно бы когда-нибудь вот тетка бы купила бы. Ну, купил я. Ладно, пофиг. Там еще купили какой-то другой, там, малахитовый пиздец, вот какой-то покупали они там. Ну, мне не достался и похер. Ну и нахер. Линейка предназначена для спокойствия, для релаксации, для тебя лично, не для кого-либо. Вот так вот я бы сказал. С учетом того, что это холодно, я прям не могу. Вот. Вот напомазюкал, нормально. Нормально, приятный цитрус. Вот этот, блядь, ну не кумкват, ну как ты его, как я его называл-то? Блядь, недавно же называл только его. Горький апельсин. Он тоже на букву К. Забыл. Напишите, ладно, напишите. Не кумква, другой. Забыл я его, блин. Вот. Нерали, ну тут Нерали, они поспокойнее, они подеревяшистее. И все-таки чувствуется пряный имбирь, чувствуется перцовость небольшая, чувствуется... Что еще есть? Ну, вот эта альдегидность, мясистость. Но вот зимой, кстати, самое интересное то, что зимой он мягче становится. Летом невозможно вот этот вот оттенок, телесный оттенок, неприятный. Вот как в Dior Poison, в классическом, в тубзилетке. Вот неприятный оттенок, я бы сказал, еще амбрость какая-нибудь есть. Вот. И зимой это отсутствует. Зимой приятный уходовый эффект. Не более. Как бы и все. Ну, за 10 тысяч. Извините. Лишь только так вот просто поставить и любоваться им, и все. Надо какой-то, чтобы был драйв, что ли, от него. Интересность. Но я так понимаю, что вся эта она предназначена для... чисто для элегантности, для спокойствия. Не для эскортничества. Это предназначено для тебя любимого, которого ты себя же и любишь. Вот, то есть для тебя лично и все. Ну, то есть зачем? Тогда вопрос зачем? Тогда разливуха вам в пору будет. Клементин, вспомнил, блядь, я. Вспомнил.
Клементин, не Кумква, Клементин, он же, ну если кто досмотрел, конечно, тот не будет переписывать эти пиздоватые ебанутые дебилы, они же пишут всегда, они же до конца нихуя не смотрят, вот, они будут говорить, это Клементин, блядь, сразу в бан улетите. Вот, так, что еще? Ну и, в принципе, это там Роксан, которая тетка там озвучивает на Фрагрантике, я его не как бы, ну как бы фоном, он звучит общей картиной, как древесный, и все. Если он может кислить, ну я сомневаюсь в этом плане. Ну как бы насчет кислинки Амбраксана нет, он больше в деревяшистость уходит. Так вот это деревяшистость с Нерали, и Нерали он закрывает очень сильно. Если, конечно, он там есть. Бучу, ну я не знаю, что это такое. Что-то какая-то трава какая-то зеленая на фрагрантике, зелень, мята, мятно-зеленый оттенок с тропическими фруктами, ну ничего такого нет. 32, минус 32. Еще будет целую неделю у нас минус 32. А мне делать обзоры, то есть я вообще офигеваю. Ладно. Но зато какой урок? Какой урок? Приятно звучит. Реально приятно звучит. Но можно взять 47.11 лайм и мускатный орех, лимон и имбирь, и вот ими смиксовать, и будет что-то, в принципе, это. Но здесь мягче, легче. Подложисти сделано. А там немножечко хоп-хоп-хоп. Слушайте, даже одеколоны и то, они звучат гораздо тяжелее, что ли, ну, как бы плотнее, чем сам вот этот. Этот, знаете, чисто для того, чтобы одеть себе на голову что-то и вот показать, что вот, или показать кому-нибудь, что ой, как красиво стоит и смотрится. В принципе, если засунуть эту жидкость в 47.11, разницы никакой не будет. Чисто только цена. Там, если за 2500 я покупал эти 170 мл, то этот я купил за 10 штук с 100 мл. Ему реальная цена... Ну, 3500 рублев. Ну, реально, просто 3500. Даже разливух, по-моему, будет лучше стоить. Если будет возможность, ну, если вы задонатите, конечно, может, я разливуху такую куплю и разобью все это к чертовой. Нет, не разобью, а разобью в смысле ментально разобью весь этот аромат. Поэтому звучание приятное, хорошее, по-мужски, да, легко. Берите разливуху, реально, берите разливуху и копии на него. Как бы... Не вижу никакого смысла покупать такие вещи. Это чисто так вот согреть свою душу грешную. И все. И чисто урвать. Урвать, схватануть и купить. Вроде бы рассказал все. И лето, и зиму. Зимой лучше. Вот реально лучше. Захочешь в этот холодный автобус или трамвай. Все равно просто не нагревает столько при минус 32. И ты себя чувствуешь. Это классную вещь. Вот это вот. Вот этот... Клементин, и деревяшистость, и все, и все. И да, приятно, здорово, и все. Вот так вот. Вот что хотел рассказать об этом аромате. Пока.